Алиса, расскажи, пожалуйста, что это у тебя в руках? Мешочек с магнезией. А для чего это? Чтобы руки не скользили. Скажи, тебе не страшно залазить на самый верх? Не страшно, если со страховкой. Осваивать свою первую жизнь и вертикаль пятилетняя Алиса начала несколько месяцев назад, когда во Дворце здоровья на базе Сибгувка появился скалодром для детей и подростков. Приобретение нового искусственного рельефа для спортивно-оздоровительных занятий стало возможным после победы в конкурсе президентских грантов. Около 500 человек за первый этап реализации проекта «Скалолазание для всех» смогли опробовать скалодром. Но массовость не единственная цель проекта. Спорт высших достижений никуда не девается. То есть у нас проходят сборы, мы ездим на чемпионаты России, ездим на первенство Сибирского федерального округа, пригласят на мир, поедем на мир. У нас есть вуз, у нас есть кафедра, которая готовит тренерский состав. Все, вот здесь у нас все хорошо, кадрами нормально. Нам остается, материальная база тоже, вот благодаря президентскому гранту тоже растет. Остается вот нам только соединить детей, тренерские кадры и материальную базу, и достичь результатов. И мы вот эта цель у нас на первом месте. Этот скалодром мобильный. В теплое время года его планируют перенести в парковую зону для занятий под открытым небом. На нем же отрабатывают сложные технические элементы и спортсмены. Один из них – член молодежной сборной России, кандидат в мастера спорта Юрий Ковалев, главная цель которого – попасть на Олимпийские игры 2024 года. Этот скалодром появился недавно, и он очень радует своей красочностью и тем, что можно посмотреть, как занимаются малыши, потом можно самому прийти потренироваться. Президентский грант в размере 1 миллиона 306 тысяч рублей пошел на приобретение двух скалодромов. Второй тоже мобильный. Он установлен на территории Зеленого острова напротив Дворца здоровья. Средства гранта также покрыли расходы на покупку специализированного оборудования и снаряжения.